Stimați prieteni, stimați moldoveni, trece anul 2023 și, ca de obicei, ne amintim care bune evenimente noi am avut în anul acesta. Много событий прошло и в нашей стране, и за рубежом. Но, наверное, мы их касаться не будем, а поговорим о том, что было в нашей компании, что было в общественных организациях, которые мы поддерживаем. Мы продолжали развиваться, несмотря на то, что обстановка в мире тяжелая. Мы никого не уволили. Более того, наш коллектив пополнился дополнительно несколькими десятками человек. Мы по-прежнему развиваем промышленность в Республике Молдова. Наконец завершили испытание виноградоуборочного комбайна. Я хочу выразить благодарность коллективу агромашины за большой труд, который они вложили в эту работу. Мы продолжаем развивать фабрику Виорика. Открыли дополнительно 10 магазинов вместе с румынскими. Мы продолжаем развивать автобизнес. Открыли новый автоцентр «Шкода» в нашей стране. Это автомобиль, который давно полюбился молдаванам. Мы поддерживаем общественные организации, мы поддерживаем общественные проекты. По-прежнему мы поддерживаем проект Кинчили Дейнеуйтацо, Кумсенумеск, Хитрили, Молдовине Штаня, Лошаптезич, Наузич. В этом году было несколько концертов, на которых присутствовало более 10 тысяч человек. Мы оказали большую поддержку молдавскому подразделению UMCA, это Всемирная организация молодых христиан, которые реализовали большой проект по созданию компьютерных классов в тех школах, где этого нет. И разместили таким образом в стране более 5000 новых компьютеров Hewlett-Packard. Мы продолжаем верить в эту страну. Как я говорю иногда, мы молдавские бизнесмены, конченые оптимисты. И эта вера дает нам возможность с уверенностью входить и в 2024 год, в котором я желаю всем членам нашего коллектива, всем боксерам, потому что я являюсь президентом Федерации бокса, и в этом году у нас были прекрасные успехи. Мы выиграли Кубок Европы, мы имеем чемпиона Европы в возрастной категории до 22 лет, у нас есть чемпион Европы среди юниоров, и я думаю, что в 2024 году нас ждут новые успехи. Но самое главное, я хочу пожелать всем мира, покоя. Я хочу всем пожелать, чтобы наши дети верили в нашу страну. И если даже они куда-то уезжают на учебу, возвращались бы сюда. И мы все для этого будем делать. С праздником вас, дорогие молдаване! С праздником вас, все боксеры и члены нашей команды «Да, Гермес!»